перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Со связью какая-то хрень произошла, короче. О, хочу рассказать, что, ну, примерно через час иду в студию. Буду делать треки. Ну, доделаю там. Хочу же вас порадовать там через недельку. Крис, не так далеко едь. Я просто бежать не хочу. Подожди меня, так быстро не едь. Вот так вот, может быть, сделаю еще прямую трансляцию, короче, студия сегодня. Но сейчас надо сначала в магазин сходить. Крис, давай за мной. Купить, поесть что-нибудь, а то мне тоже надо чем-то питаться. Вот так вот, сегодня доделаю трек «Новый мир», который может... О, Крис, осторожно, не врежься в машину, короче. Который, по-моему, уже выставили там, знаете, один куплет и припев. Сегодня я его доделаю, сведу. И может быть, ну, через неделю выставлю. А, что там еще? Там еще какая-то демка появилась. Для нее я еще не придумал имя, короче. Ну, ее я тоже доделаю. Там тоже надо еще один куплет записать. Припев я чуть-чуть переделал. Короче, пойду сейчас к моему братану Эдику. У него тоже своя студия. Аппаратура даже чуть получше, чем у меня. И будем записывать. Да. Вот так вот. Все, машин нету, переезжай. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, Крис. Вот так вот. Так, Крис, не так быстро. Дети, короче, на своем велике, короче, уезжает. А мне так впадлу бежать, короче. За ним. Вот так вот. Ладненько, ребятки. Я вас проинформировал, короче. Если что, я выйду попозже еще раз в прямой эфир, короче. Покажу вам, например, ну, если вы не в курсе, какие треки. Покажу вам, как буду записывать и все такое. Будет стопудово круто. Так что, давайте на связи. Всем удачи. Давай, без шпейта, пить. Привет, ребята, с вами Иван Махалов. Я в студии сейчас как раз, мы будем записывать или доделывать, ну, новый мир, короче. Не знаю, может, эта демочка как бы появилась вроде бы. Я у моего братана Анти-Си в студии. Короче, здесь с нами еще мистер Ниман с нами еще тут и все такое. Поэтому будем сейчас работать и записывать. Всем привет. Так что, через часик или два опять пойду онлайн, короче, и покажу вам, что получилось, короче. Все, давайте. Йоу, привет, ребята. Опять из студии. Иван Махалов, короче. Все, я все записал. Так что порадую вас скоро, короче, новым треком. Анти-Си, бля, охуенно все записал, сделал, короче, все. Так что, ребята, будет все охуенно. Батит низко, чужая личность. Вижу, шпидер. Так что, все охуенно. Ждите новый трек, блядь. Жизнь как фристайл, я вас уже не раз ебал, кричаки.